Всем привет! Сегодня поговорим о моем файлике, который я назвал My Videos. Но в этом файлике у меня много чего собрано, наборочено. Там, помимо того, что собраны все мои видео, которые я сделал, начиная с декабря 2014 года по сегодняшний день. Плюс коллекция моих ссылок, значит, и также команды для терминала по установке там тех или иных программ. Файлик получился очень таким небольшим. И несмотря на его скромный размер, там около 4 мегабайт, вот, содержит он в себе, как говорится, очень и очень много. Файлик открывается и смотрится программой Cherry 3. Как туда попасть? Вот, пожалуйста. Первый вариант. Кликайте или по My Videos, или кликайте по значку вишенки. Попадаете вот сюда. Скачиваете файлик. Ну, у меня он уже скачан. И скачиваете еще из приложений вот этот конфигурационный файлик. Ну, у меня тоже он есть. Теперь будем смотреть, как и что с этими файликами делать. И плюс, значит, где поискать программу Cherry 3. Значит, это вот делается таким образом. Для Debian подобных Linux'ов, я имею в виду Debian, Mint, Ubuntu там и прочее. Значит, набираете в поисковой строке, значит, любого браузера вот такую фразу: Cherry, вишня, три дерева. И нужно попасть на сайт GUISPEN. И попадаете вот сюда. Прокручиваете ползунком в самый низ. И здесь вот, пожалуйста, я вам сейчас побольше сделаю, чтобы было видно. Вот смотрите. Значит, какие здесь на сайте разработчика имеются версии? Ну, открытый код. Есть пакет для Ubuntu, для Fedora, есть для Винды, портативный для Винды. Вот такие вещи. Даже можно скачать последнюю версию, которая находится в тестовой стадии. Значит, ну, у меня имеется Manjaro, и на Manjaro, значит, все то же самое. Ввожу поиск, ввожу Cherry 3, ну, у меня он уже установлен. Вот. У кого Manjaro Arch Linux, ну вот, пожалуйста, можете вот так вот поискать. Даже он Cherry 3 установить и вперед с песней. Я уж тут по 1000 раз делать не буду. А теперь, собственно говоря, поговорим о самом файлике. Так,
Вот файлик. Значит, здесь все мои видео по убыванию. Вот, начиная с самого первого видео. Я сделал их 12 декабря 2014 года. И сделал аж 1, 2, 3, 4, 5, 6, даже 7 видеороликов сделал. И включая последний ролик, вот я сделал в сентябре на сборке Ферин. То есть, пожалуйста, можно посмотреть все, как говорится, по убыванию. Дальше. Программы. Вот, пожалуйста, по систембаку все сгруппировано, по конкам сгруппировано. Дата, год. Смотрите, ради Бога, просвещайтесь там и так далее, и так далее, и так далее. Это один вариант. Есть для начинающих видеоуроки по годам. В 17-м я делал вот 6 видеоуроков. В 19-м у меня вот тут вот ссылочки приведены. И в этом году, значит, вот я сделал вот такую вот вещь. А тут более, так сказать, подробно. Там загрузка, запись там, настройка и прочее. Опять-таки, для начинающих здесь масса информации. По операционным системам. Вот, пожалуйста, Linux Mint. Тут столы Cinnamon, Mate, X-Face, Kedy. Ну, Kedy, к сожалению, они уже перестали производить. Ну вот. PC Linux очень хорошая система. Ну, много тут. Вот и Ubuntu есть, и SUSE, и Arch Linux. Смотрите, выбирайте сами. Вот, например, терминал. Или консольный, еще говорят. Вот, пожалуйста. Как это ставится? Вот в таком варианте и вот в таком. Как ставится конки менеджер. Смотрите, поползайте, поглядите. То есть функции здесь, просто вам нужно сориентироваться с функциями. Вот и все. Значит, довольно-таки несложно это дело делать. Делается. Вот поиск. И в поиске вот первое. В содержимом выделены ветки. Поиск в содержимом всех веток. Вот, пожалуйста, допустим, набрали мы. Ну что, ну давайте я что-нибудь такое заведу. System bug. И вот все, что она, как говорится, в моей базе данных смогла найти, она программа нашла. И тут видны даты. Могу опуститься вот на самое первое упоминание. Вот. То есть смотрите. Взяли там, посмотрели, ага, кликнули там по ссылке и, как говорится, там вперед с песней. Много чего. Значит, поэтому я вам рекомендую вот основательно разобраться с функцией поиска. А теперь вот еще такую полезняшку покажу.
Ну, далеко не надо ходить. Ну, давайте вот 14-я веточка, да? Экспорт. Экспорт в формате Cherry 3. Выделенная ветка с дочерними подветками. И зашифруем ее. Поставим под пароль. Вот. Раз, два, три. А вы можете делать пароль хоть 7 километров длиной. Окей. Спрашивает, где сохранить. Ну пусть в загрузках и сохраняет. Итак, откроем программу, которую мы защитили паролем. Правой кнопкой открыть с помощью Cherry 3. Назначить по умолчанию. Окей. Заводим пароль. Раз, два, три. И вот, пожалуйста, вся веточка у нас со всеми, как говорится, видеороликами, начиная, значит, с февраля 2017 года и по сентябрь. У нас все это дело, значит, имеется. По-любому, пожалуйста, можно взять и кликнуть. И всегда у вас будет. Всем привет. Именно этот видеоролик, на котором, значит, у вас была вам дадена ссылка. Значит, мало того, что-то вам, допустим, не понравилось, вы можете. Вот, вырезать, там сохранить, можете там добавить там какую-то там подвесочку, там 2-2, 2-2, будет у вас подвесочка. На эту подвесочку можете что-нибудь уже нацепить. Ну, давайте вот. Напишем вот так вот Cherry 3. Вставить как простой текст. Скопируем адрес ссылки. Выделяем словечко Cherry 3. Вставляем сюда этот адрес. Можем еще. Увеличить размеры шрифта и сохранить. Кликаем по линку и оказываемся на сайте Cherry 3. На винду также, значит, Cherry 3 ставится, а на Debian подобные Linux, значит, вот я вам уже показал, что. Вот, есть убунтовские пакеты,
Так что тут тоже проблем особых нет. Вот здесь все оно есть. Поэтому, значит, с функцией поиска вам придется внимательно ознакомиться. Почему? Потому что в дальнейшем все будет происходить вот таким вот образом, что нужно что-то вам, пошли, у вас всего лишь будет крошечный файлик, вот 4 там мегабайта, ну, дальше, может быть, там побольше будет. Зашли в поиск, посмотрели, выбрали то, что вам надо, что вам не надо, нашли, посмотрели или видео, или посмотрели, значит, что тут имеется из видео уроков или какие-нибудь команды вот терминала там нужны. Очень часто, вот лично я пользуюсь вот этими переустановка загрузчик операционных систем, вот этими двумя командами. Ну, смотрите сами, здесь, как говорится, у вас тут будет под рукой маленькая энциклопедия крошечных размеров, но тем не менее в ней собрано очень и много чего. Поэтому, значит, вот свой сайт, который я упростил до немоги, ну, единственное, значит, вам два раза, как говорится, пальцами пошевельнуть, значит, установить программу Cherry 3, скачать вот этот файлик, причем вот запомните, что всегда на нем указана последняя дата создания. Вот, 21 октября. Тут уже можете отсюда, как говорится, и плясать, насколько свеж. Вот, если там 2-3 месяца перерыв, ну, значит, у меня что-то там, какие-то нелады. Ну, а так, значит, я вам желаю, значит, пользоваться вот этими преимуществами этой программы. Программа действительно хорошая. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч.